тебе. Приходите подмогу.
Персонал, немедленно на территорию.
Владян, долго же ты шлялся. А по-другому никак, говорю. Давай без твоих подъебов. Ладно, харе триндеть. Пошли в хату. Дом, милый дом. Ну чё, может, чай попьем? Да не, спасибо, нет времени. Так, значит, так это ты устроил взрыв в лаборатории? Ага, говорю, если бы, тут в двух словах все не объяснить. А кто сказал, что это я все устроил? Да все об этом говорят, по телевизору, по новостям. Короче, везде выставляют тебя террористом, убийцей и тому подобное. Может быть, у тебя есть своя версия, и все было на самом деле по-другому? Черт, вот суки. Ну, людей я положил немало, хотя они сами на меня рыпались. Да ясен хер, все было по-другому, нашел кому верить. А как все было на самом деле, можешь объяснить вкратце? Я просто до сих пор не понимаю, что тут происходит. А ты видел, какая-то хрень расползается и растет? Это что, блядь, такое? Вкратце описать? Ха, но тут за неделю все не расскажешь. Да обычный день в лаборатории. Меня вызвали в 5-й сектор, там опять какое-то испытание было. Сказали тягать рубильники, ну я рубильники и включал. Потом как начало все трястись и резкий взрыв. Дальше не помню. Очнулся я полностью целый, но походу у меня какая-то регенерация ткани. Помнишь фильм «Росомаха»? Владян, по-моему, ты пиздишь. Или у тебя с головой проблемы? Да я тебе серьезно говорю, все так и было. Ну, твое право не верить. Главное, я выбрался и все. Ладно, не суть. Никакой магии нету. Я видел, как мутировали люди и еще каких-то непонятных тварей. Понятно, что там мутили в этой лаборатории. Теперь вся эта гадость распылилась, и хер знает, что делать дальше. А ты слышал, эвакуацию объявили? У меня по этому поводу созрел план. Выкладывай, что там у тебя? Ты же знаешь, что нам в шею чипы захерачили для отслеживания. И теперь, суки, следят за нашими передвижениями. Ну, конечно, знаю про это. Так вот, от этого чипа надо избавляться. В общем, возьми ключи от моей машины и гаража. И не забудь обязательно взять с собой спутниковый телефон. Будем связываться с тобой по нему. И поедешь к моему деду. А он что, еще живой? Давай не перебивай. Так вот, дед мой матерый инженер. Он достанет чип или попробует сделать так, чтобы чип не работал. Потом, во время всего этого хаоса, можно по-тихому снести нахер этого сраного диктатора. Все люди, и главное, мы будем свободны. Ну как тебе идея? Идея благородная, но мне как-то уже плевать на народ. Не хочу никому помогать, быть героем. Не решай за людей, чего они хотят, сами разберутся. Я думал вообще свалить куда подальше, да и катись еще к черту. А вот, дружочек, в этом и проблема. Что свалить тебе никуда не удастся. Так и будешь всю жизнь бояться и быть в бегах. Желаешь свободы? Хочешь или не хочешь, надо что-то сделать с этим диктатором. Блин, ну хрен с ним. Все равно чип нужно доставать. Я съезжу к твоему деду, но ничего не обещаю. Ну вот, это уже другой базар. Ладно, долго задерживаться не будем. В общем, бери машину и дуй к деду. Давай, Владян, удачи тебе. Ага, тебе не хватает.
Сотрудник убит. Понял.
Гаврюх, я вот 6 часов ехал, но пока ничего не случилось. Устал, конечно, но думаю, уже скоро буду. О, ну наконец-то. Сейчас я позвоню своему деду. Пускай пока все приготовит к твоему приезду. Все, понял, принял. Давай, до связи. Давай. Внимание! Обнаружен опасный террорист. Задержать, устранить, обезвредить. Закрыть проходы. Внимание! Обнаружен опасный террорист. Задержать, устранить, обезвредить. Закрыть проходы. Держим. Устранить, обезвредить, закрыть проходы.
Внимание! Обнаружен опасный террорист. Внимание! Обнаружен опасный террорист. Задержать, устранить, обезвредить. Закрыть проходы. Внимание! Обнаружен опасный террорист. Задержать, устранить, обезвредить. Закрыть проходы. Донесите обстановку. Прием.
Обнаружен опасный террорист. Задержать, устранить, обезвредить. Закрыть проходы. Обнаружен опасный террорист. Задержать, устранить, обезвредить. Закрыть проходы. Обнаружен опасный террорист. Задержать, устранить, обезвредить. Закрыть проход. Внимание! Обнаружен опасный террорист. Задержать, устранить, обезвредить. Закрыть проходы.
Обнаружен опасный террорист. Задержать, устранить, обезвредить. Закрыть проходы.